Как всегда, с размахом День Победы отметили в Псыгансуб. 9 мая по традиции здесь отпраздновали на возвышенности, откуда все село видно как на ладони. Юбилей – это не просто очередная годовщина, но ко Дню Победы организаторы каждый раз придумывают что-то новое. Например, к скачкам люди уже привычны, а вот ослиные бега редко где увидишь. Ведущий праздника сходу придумал клички животным, участвовавшим в гонке BMW «Шаг» и «Мерседеса Шаг». Как бы отнеслись к такой народной рекламе эти всемирно известные автопроизводители, неизвестно. Но в коротком забеге победил ослик, представлявший BMW, заработав тем самым $100 для своего хозяина и тонну овса для себя. Кипели нешуточные страсти и на спортивных площадках. Многие именитые спортсмены именно отсюда начали свое восхождение. И потому никто не хотел ударить в грязь лицом перед многочисленной публикой. Впервые провели соревнования и для женщин. В армрестлинге не было равных Зареме Цримовой. Ей достался ценный приз. Ну а маленькому Марату Гагунокову приз буквально сам прикатил с горы в руки. Мальчику достался именно тот шар из сотни, где и было написано «телевизор».